Да чудо какое, а? Вот в одном лесу под одним деревом шишек насобирал, а двух одинаковых не встретишь, все разные. Все разные. И все в природе так, все. Все разное. О! Добро пожаловать! Рад, что в гости ко мне заглянули. Евсей, рад встречать гостей. Чаек к приходу вашему уже заварил из лесной травки. Вспоминаешь, и на каком месте эту травку собирал, прихлебываю с чаем. Воспоминания всякие. Странно, чай совсем другие воспоминания навевают. Вроде из того леса, а воспоминания другие. Лесной бережок, лопухом заросший. Я помню, мы с соседом моим, дедом Степаном, рыбачили, и каждый из нас по щуке поймал. Ну, сварили. Я свою приготовил. Ой, вкусная, душистая. А дед Степан полдня варил, ничего не получилось. Трава травой. И все ведь так вот, все в природе. Ничего одинакового не встретишь. Все разное. Все разное. Даже игрушки. Вот вроде бы смастерил двух зайцев. Одинаковые. У каждого свой характер. Вроде похожи. Характер разный. И сказки получились разные про них. Вот про этого зайца сказка такая. Как-то ранним утром над лесом летела сорока. И от хорошего настроения распевала песню. Какая красота! Какая красота! Какое же сегодня солнце яркое! Конечно, неспроста! Конечно, неспроста! Неужели здесь кто-то есть? Я с утра грущу, вздыхаю, слезы капают, как град. Без друзей я так скучаю, буду другу очень рад. Здравствуй, сорока, как ты меня напугала. Да я только спросить хотела, что это ты такую грустную песенку поешь? Денек-то сегодня просто на славу удался. Денек, может, и на славу, только мне от этого совсем не радостно. Это еще почему? Потому что со мной дружить никто не хочет. Все говорят, раз я зайчишка, значит, трусишка. Знаю. Тогда давай разберемся. Вот скажи, ты волка боишься? Очень. А хитрую рыжую лисицу? И лисицу боюсь. Интересно, кто это там разговаривает? Да это сорока с зайчишкой. Очень хорошо. Ну, заяц, раз ты всех в лесу боишься, то ты трусишка и есть. А с трусишкой дружить неинтересно. Не поиграешь с тобой ни во что эдак и не побегаешь. Ой, караул, спасите! Ухватила лиса сороку за крыло и давай теребить. Сорока на помощь зовет. Увидел эту зайчишка и пожалел несчастную. Как бы мне сороке помочь, думает. А потом выскочил из-за пенька и сел на бугорок. Лиса его увидела, бросила сороку и за зайцем вдогонку кинулась. Ну, как вы думаете, догнала лиса зайца? А вот и нет. Ускакал ушастый от лисы. Эту историю сорок всему лесу рассказала, и стали зайца-трусишку звать зайцем отважным. А вот другая история уже про этого зайчишку. Вы послушайте и
сравнить, чем эти зайцы схожи, а в чем они разные. История началась это жарким летним днем. Ну и денек сегодня. Солнышко так и припекает. Эй, Чуха, привет! Привет, зайчонок! Бежим на речку! Так ведь тебе мама не разрешает одному на речку ходить. Ты ведь еще маленький. Но я же не буду купаться. Я только на мосточках посижу, лапами в воде поболтаю. Хе. Ну что, бежим? Даже и не знаю. Но если ты только на бережку посидишь, тогда бежим. Птицы на деревьях весело поют, облака по небу медленно плывут, пчелки над цветами там и тут жужжат, легкие стрекозы над водой кружат. Мы бежим, бежим, бежим на речку. Ты за мной! Я за тобой! Речка плещет, 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 плещет голубой своей волной. Ой, ну и здорово здесь! Да, ничего не скажешь. Красота! О, а вот мосточки! Нет, зайчонок, нельзя на этих мосточках сидеть. Вон как доски шатаются. Еще чего доброго сломаются. Тогда и до беды недалеко. Ерунда! Смотри, как здорово! Ой! Ой, спасите! Помогите! Держись, зайчонок! Ай-яй-яй-яй-яй! Что же это такое, сынок? Разве можно старших не слушать? Ведь так и до беды недалеко. Мама, мама, я не хотел! Что же получается? Это Чуха придумал? Простите меня, тетушка зайчиха. Так и быть, прощаю. Только ты больше так не делай. Зайчонок еще маленький, а ты его на речку зовешь. Нехорошо. Ну что, понравилось вам его поведение? Не отворачивайся, не отворачивайся. Ведь не хотел признаться, что ежик Чуха не советовал тебе идти на речку. Ежик Чуха не советовал сидеть на мосточках. Но потом ему совестно стало, что он подводит товарища, и он все маме рассказал, во всем признался. И правильно сделал. Так-то. Вот такая история получилась про этих двух зайцев. Зайцы-то вроде одинаковые, а характер у них разный. И истории разные получились. Ну что, пришло время прощаться. Эй, и папу с мамой слушайтесь. Ну, и к вам тоже это относится. До свидания.